Восточной философии считается, что вот именно кошачьи – это хранители дома. Леопард считается, с одной стороны, опасным животным, но очень семейным. Mm-hmm. И считается, что именно леопард будет охранять ваш дом от злых духов, от всяческих наветов, от сплетен. Так что, девочки, срочно заказываем себе леопарда. Живого-то мы вряд ли с вами дома поселим, а вот такого вполне себе можно поселить. Живот появился, номер рота 17043. Удивительный, кстати, ткань, микрофибра. Наверное, успеем это обсудить. Ну, а, конечно, пока к цене. 890 за гигантские совершенно, 890 рублей за огромное покрывало. Ну и оно, кстати, у нас вот еще и двустороннее. Да, давай помимо покажем этих роскошных леопардов, у нас еще пейчер. Да, еще и пейчер, который никогда не выйдет из моды. И опять наша любимая тема. И опять у нас все дружит с тюлем. Ну это просто фантастика. Вот за что люблю наших производителей? За то, что, знаешь, они не договаривались друг с другом, потому что у тюля, у покрывала у нас разные производители. Но тем не менее, они делают классические варианты специально для вас. Поэтому это невероятно приятно, что можно сразу подобрать готовое решение. Не нужно бегать по магазинам, не нужно тратить время, силы, здоровье. Все уже подобрано за вас. И деньги лишние тоже тратить не нужно. А это уже наш, знаешь, достаточно экономистов. Поэтому и здесь 890 за роскошное двустороннее покрывало стеганое, номер 17043.